А в Хасавюрте общественники добиваются замены ветхого водопровода, из-за которого разрушилась новая дорога. Эту трассу Хасавюрт-Бабаюрт ремонтировали меньше года назад, но, как оказалось, асфальт укладывали прямо на водопроводные сети, что за короткий срок привело к повреждениям дорожного полотна. Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог» требуют заменить ветхие сети и провести ливневую канализацию в порядок. По словам активистов, случай в Хасавюрте показал несогласованность действий различных структур при реализации республиканских и федеральных проектов. Ситуацию с автодорогой Хасавюрт-Бабаюрт общественники продолжат держать на контроле и будут добиваться устранения всех нарушений. Из-за большегрузных автомобилей, из-за того, что постоянно сзади скапливается канализационная вода, год назад администрацию города Хасавюрта просили устранить. Они нам несколько раз обещали, что устранят, и даже написали письмо. И когда мы приезжали, тоже перед нами говорили, что все решено, все будет хорошо, никаких проблем.